Уникальное в своем роде предприятие находится в поселке Лежнево. Там с 2015 года располагается завод по серийному производству электрических самоходных подъемников. За свое недолгое существование предприятие расширило спектр выпускаемой продукции до 40 наименований. До этой компании подъемники в России не производили вообще. Закупали дорогостоящие в Европе и Америке. Подъемники пользуются спросом в строительной сфере, ЖКХ, логистике, военно-промышленной отрасли. В планах предприятия только расширяться. Вообще планируется задействовать на производстве порядка 300 человек. На сегодняшний день, конечно, этот показатель еще не достиг. Но надо сказать, что средний уровень заработной платы относительно высокий, порядка 35 тысяч рублей, что выше средней по области. И условия труда мы тоже видим, что соответствуют. Развитие компании идет семимильными шагами. Если в прошлом году оборот составил 50 миллионов, только в первом квартале этого года в два раза больше. Заказы плотно расписаны до конца года. Здесь планируют выпускать до 60 машин ежемесячно. Из желающих трудоустроиться на предприятие очередь. Полный соцпакет, высокая заработная плата, стабильность. Начинался я с завода «Автокран». Полностью с мастера до начальника цеха. Потом уехал в Тихинский вагоностроительный завод. И меня здесь пригласили с «Автокран» вернуться на родину и здесь в Лежнево поднимать производство. Условия те же самые, как было до кризиса. Те же самые условия здесь работники, потому что в основном также с «Автокран» больше набраны. Все довольны, все работают. В производственных планах на ближайшую перспективу разработать самоходные подъемники с электроприводом высотой более 50 метров. Развитию способствует введение таможенными органами с мая этого года утилизационного сбора на спецтехнику БУ, которую привозят из Европы. Сокращение подъемников на рынке или их исчезновение только на руку лежневским предпринимателям. На фоне новых единиц импортных наши подъемники намного дешевле и ничуть не хуже. Мы работаем с такими компаниями, как Leroy Merlin, Metro Caring Cash. Мы продали, поставили подъемник в Большой театр России, культурная столица России, да, в управление МЧС. То есть во многие компании у нас заключено более 50 договоров на поставку техники только в 2017 году. Объем инвестиций в компанию превысил 300 миллионов рублей. Специалисты разрабатывают заявку в Фонд развития промышленности на получение дополнительных средств. Набор новых сотрудников по планам начнется осенью. Штат увеличат втрое. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Лежнево.